Здравствуйте. Как ваши дела? Хорошо, жарко. Я очень рада. Сегодня мы поговорим с вами о зиме. А что такое зима? Это зима. Будет холодно, когда снег будет. Умница, молодец. Ну, а зима, ребята, это время года. Кыс жыл мезгілі дейміз. Кыс жыл мезгілі. Зима, время года. Вот, хорошо, ты умница сказала моя, что зима, зимой холодно. А что еще зимой происходит? Холодно бывает. Хорошо, а еще что происходит? Еще будет снег, когда и мороз придет. Правильно, снег падает, мороз наступает, да? Вот, очень сильные у нас морозы бывают. Вот зима, что приносит. А что вы делаете зимой? Вот какие забавы зимние вы знаете? Что вы делаете зимой? Мы зимой играемся в снеговик. Хорошо, мы, оказывается, мороза не боимся. Выходим, тепло одеваемся и играем. И играем во что? В снежки, да? Кидаемся, когда комки, когда снег липкий, комочки образуем и кидаем. Весело? Да. Весело. Хорошо. А еще что мы делаем зимой? Катаемся, хорошо. Но ледянки у вас есть? Да. Ледянки кого-то есть, вот, да. Значит, катаемся. Так, детки, сюда внимательно смотрим. Наряжена стоит, смотрите, какая она красивая у вас, да? И дома, наверное, елочки уже у вас есть, да? Вот. Нарядили ее елочку? Да. Угу, теперь ждете подарков. Так, ну а подарки кто вам принесет? Дед Мороз принесет. Ждете вы? Да. Не слышу, ждете вы подарки? Да. О, не слышу, хорошо. А когда он подарки принесет, что вы должны? Сейчас. Ответить ему как? Вот подарки принесли вместо... Что мы должны ему сказать? Дед Мороз. Спасибо, да, сказать. Спасибо. Да, и еще рассказать ему что? Стихотворение, или спеть песню, или станцевать. Угу. Вот давайте мы сейчас с вами разучим стихотворение, что когда Дед Мороз придет, чтобы вы могли ему рассказать. Послушайте внимательно меня. Новый год, Новый год. Два раза. Новый год. Новый год, в гости елочка придет. Ну-ка, давайте. В гости елочка придет. Дед Мороз и зайки принесут подарки. Ну-ка. Дед Мороз и зайки принесут подарки. Вот смотрите, два раза Новый год, Новый год. Потом Новый год. В гости елочка придет, Дед Мороз и зайки принесут подарки. Вот молодцы, хорошо. Значит, сразу зрительно запоминайте. Два раза Новый год, а потом кто же в гости? Вот она, елка. Сразу на... в гости елочка придет. А кто же? Дальше Дед Мороз и зайки принесут подарки. Вот что происходит дальше, какие действия происходят. Вот давайте, запомнили? Давайте, 3, 4. Новый год, Новый год, в гости елочка придет, Дед Мороз и зайки принесут подарки. Хорошо, еще раз, молодцы. Новый год, Новый год, гости елочка придет, Дед Мороз и зайки принесут подарки. Ой, да вы молодцы такие, хорошо. А еще Новый год, гости елочка придет, Дед Мороз и зайки принесут подарки. Ну, молодцы, теперь вам Дед Мороз принесет подарки. Молодцы, вы справились с заданием. И вот мы с вами говорим о зиме, о зимних забавах, что зимой можно делать, и о празднике.